Юн Юн Джун, ты отвечай, что ты здесь делаешь? Одну минуту, у меня к вам тот же вопрос. Господин Юн Юн Джун раскаялся в содеянном и желает принести жертве извинения. Ошибки? Это безумие. Я сделаю все, что потребуется, чтобы тебя наказали. Всего достаточно. Одну минутку, не беспокойтесь. Госпожа Вон Михо? Здравствуйте. Значит, это вы помогаете нашей Сурен. Мне очень жаль. Хотя мы были в отношениях, я все равно виноват. Нельзя было снимать такие вещи. Даже согласие, Сурен. Простите меня. Простите. Я раскаиваюсь. Хотя, с чего бы мне вообще раскаиваться? Сволочь. Эй. Кем ты себя возомнила, а? Высшей властью, что ли? Черт. А я-то гадал, почему она так переменилась, хотя была такая послушная. А. Считаешь, что люди высшего сорта вроде нас с тобой должны проявлять щедрость и милосердие? Сурен настолько не жена, что недостойна даже дышать с нами одним воздухом, правда же говорю? Так что не надо так напрягаться. Госпожа Вон Михо. Гёнджу, держи крепко, это ограниченная коллекция.